Тем паче мне надзвичайно приемно сегодня зазначить, еще не сегодня на свою встречу пришла на одна. Я пришла с народным депутатом Украины, харків'янкою, яка навчалася у школі номер 11 поруч, яка жила тут поруч в Олімпійському мікрорайоні, яка дуже добре знає наш район, яка виросла в цьому районі, знає наші проблеми і допомагає ці проблеми разом з нами вирішувати. Отож, я хочу вам представити і надати слово народному депутату України Горіній Ірині Анатоліївні. Ірина Анатоліївна, я прошу вас до слова. Дорогі і любимі наші ветерани, учасники війни, діти війни, от всей души поздравляю вас с праздником. Спасибо большое, что вы нашли время, желание прийти сюда, в школу, на концерт, и посмотреть, как дети замечательно подготовились. Остался после войны, не вернулся в Ленинград, потом появился мой папа. И вот сколько я себя помню, самый большой праздник в моей семье и в миллионах других семей было 9 мая. Мы собирались всей семьей. Мы поздравляли, бабушки и дедушки вспоминали свои фронтовые годы, друзей, созванивались, переписывались. И на самом деле больше праздника, чем 9 мая, нет. Если бы не было 9 мая, не было бы Нового года, 8 марта, Дня независимости Украины. Поэтому самый большой и великий праздник – это праздник Победы, 9 мая. Афидушу поздравляю вас. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что вы своим примером вдохновляете своих детей и внуков на то, что надо двигаться вперед, надо вы живые образцы. И вот Татьяна Васильевна уже говорила, и я вас прошу, рассказывайте, пожалуйста, своим детям, внукам, чтобы они рассказывали дальше своим детям и внукам о войне, о том, что вы помните, какие были послевоенные годы. Это очень важно. Мы живем, пока помним. Помним про вас, про ваш подвиг, про ваши усилия. И это придает нам силы. Поздравляю вас, спасибо вам большое. Низкий вам поклон за то, что вы сделали. Спасибо. Я пришла с небольшими подарками, чтобы поздравить вас с праздником. Они небольшие, мы, может быть, с кем-то, кого-то я вижу знакомые лица, мы уже на встречах встречались, кого-то я вижу в первый раз, но мы встретимся с вами еще не один раз. Я вас прошу передать все ваши друзья и знакомые, которые, к сожалению, или по здоровью, или куда-то уехали, не смогли сегодня прийти на встречу. Вы им передайте, что я и мои помощники придем к ним домой. И всем подарим подарки, со всеми пообщаемся. Вам раздавали информацию, там, вот там такие синенькие книжечки, давали вам сейчас. Там с обратной стороны большие телефоны моей приемной. Пожалуйста, звоните. У меня приемные 4 в разных местах района, где вам будет удобно. Вы позвоните, можно прийти, пообщаться, рассказать о своих проблемах. Я знаю, какие проблемы. Но самые насущные, самые злободневные мы будем решать. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите, я с каждым лично пообщаюсь. И кто сегодня не смог прийти, я приеду к ним домой. Еще раз спасибо вам большое. Самое главное, будьте здоровы, берегите себя, и пускай ваши родные и близкие будут рядом с вами, помогают и оберегают вас. Спасибо вам большое. Помощники Ирины Анатольевны Гориной готовятся помогать ей вручить вам подарки, а я хочу сделать несколько объявлений. У нас традиционно